Более 1500 выпускников получили путевку в жизнь благодаря стараниям педагогов 18-й школы. На днях образовательное учреждение отметило 30-летие со дня основания. Торжественный вечер, посвященный этому событию, провели в актовом зале школы. Уже 30 лет коллектив, состоящий почти из полусотни педагогов, обучает мальчишек и девчонок всем наукам. Педагогический состав школы – это почетные работники образования, отличники народного просвещения и высококвалифицированные учителя. Каждый год эти верные своей профессии люди дают знания сотням детей. Ну что такое 30 лет? Да? 30 лет – зрелая молодость. А наша школа в 30 лет – это не просто 6221,5 квадратных метров площади. Это огромный живой организм. Наши дорогие 613 пар глаз. И как мы говорим, это 613 возможностей успеха. Именно для этого 30 лет работает наша школа. И я думаю, она еще не один десяток будет работать в таком же темпе. В торжественный вечер актовый зал школы превратился в большую сцену. Один за другим ученики сменяли друг друга и показывали свои концертные номера. Поздравить школу с юбилеем пришли и представители администрации города. Исполняющий обязанности главы Миасского округа обратился к коллективу и ученикам с трогательным поздравлением. Хоть он и не выпускник этой школы, как признался Геннадий Васьков, с этим местом связано самое дорогое в его жизни – его дети, которые окончили эту школу. Здесь по-прежнему бегают, смеются, ругаются, дерутся. Учатся, взрослеют наши с вами дети. Дети, которые сюда тянутся. И это, наверное, самый главный критерий, самый главный показатель того, насколько вы стали домом для наших детей. Я искренне поздравляю вас с юбилеем. Он все-таки небольшой, но значимый. И, безусловно, все самое лучшее у вас впереди. С днем рождения вас! С праздником! В конце праздника по традиции коллективу школы были вручены грамоты и благодарственные письма различных уровней. Вечер закончился дружным чаепитием. С днем рождения!